Вышел я вот немножко покури. Это как, ну те ролики удалили, да, мой тот канал? Тот канал удалили. Я рассказывал, как в Ереване, когда мы с мамой, в общем, оказались там, так называемый кандидат наук, там дальний родственник, на кухне разговор зашел о друзьях, кто твой лучший друг. Но я назвал имя. А, турок? Я говорю, нет, это не турок, Азербайджан. Турок, говорит. Я говорю, нет, это не турок, Азербайджан. Говорит, как турок может быть другом? А вот я хочу теперь армянам сказать. Да как дашнак может быть вашим другом? Тот дашнак, который гоняет вас веками. Дашнаки, вернее, с места на место. Не можете где-то спокойно. Спокойно жили, да, в Баку? Что вы сейчас вот кипятитесь? Недовольные чем-то, что плохо там жили. А выше крыши жили, я свидетель. Я знаю, как мои родственники жили. Лучше же ведь вы жили. Все у вас было. И кушали хорошо. И работали в хороших местах. Да? Потому что умели подмазать кого-то где-то, как-то что-то сделать. Не все, конечно, но... Многие. И цеха имели. Мой дед имел сам маленький цех. Ну и что? Никто его никогда не притеснял. Наоборот. Наоборот, дорогу давали. Да, и насчет вот этого памятника фашисту, да, то, что в Ереване. Мой дед участник войны. Правда, он закончил войну в звании старшина, но у него и орден Ленина, боевого красного знамени, звезды. Воевал мужик. Да? И для меня это лично позор за моего деда, что фашисты установили памятник. И моему деду был бы позор, если бы он сейчас был бы жив. Это 1000%, я говорю. 1000. Ему было бы стыдно за это. Вот так вот. Ну ладно. Адиос.